Ну что ж, друзья, всем еще раз привет, с вами на этот раз Трайка и студия КСО ТВ по-прежнему для вас освещает матчи Фрагбайт Мастерс 2014 Сезон 2. Ну и вот как раз таки наступает самый интересный и интригующий момент, а именно встреча между командами Virtus.pro и Titan. А именно Титаны будут рубиться. Вот, кстати, почему-то мне до сих пор не дали информацию по поводу, какие же все-таки карты у нас будут в этом противостоянии. Напомню, здесь все будет происходить в серии BO3. Первая карта, как вы уже могли понять, будет кэш. Найт раунд на наших экранах. Ну и мы смотрим, кто же будет начинать за сторону дефенса, или, может, кто-то предпочтет начать в атаке. Пока у нас неоднозначная ситуация, ну хотя все даже очень однозначно. В живых остается только кто же это? Existence, Smith, NBK, Scream. Ну, Шокс играет под ником Zanar Khan. Ну, мы, наверное, все-таки будем по старой привычке называть его Шаксом. Ну и пистолетный раунд должен начаться прямо сейчас. Проигравший этой пары, как ни печально, но падает на нашу команду, а именно на команду HellRaiser. У парней вообще очень проблемная сетка получается. Вот из-за того, что проиграли Венерам, если не ошибаюсь, команде Dignitas. Нет, это было на EMS One Katowice. А кому же проиграли HellRaiser? Ёшки-то. Надо посмотреть, сейчас мы с вами глянем, кому же все-таки Ашер уступили в сетке винеров. Итак, кто же... Ага, именно поляки. Именно поляки перевернули наших ребят, и это было не совсем приятно. Ага, нет, все на самом деле было не так. На самом деле HellRaisers еще в группе сыграли не совсем уверенно, вышли с третьего места и тем самым попали в нижнюю сетку. И уже там пытались как-то оттуда выкарабкиваться. Первый, кто из грозных соперников попал, это была команда NiP. Ну вот тогда уже многие хоронили команду HellRaisers, никто не верил в парней, а они сотворили чудо. И вот теперь, когда сегодня была обыграна команда Clan Mystic с разгромным счетом, ну, его действительно можно назвать таковым, потому что 16-8 на Inferno — это действительно уверенная победа. И с этим мы, конечно же, можем поздравить парней. Адрен был в студии, поделился своими впечатлениями по поводу сегодняшнего матча, ну и вы все прекрасно слышали. Но следующий соперник, который будет противостоять команде HellRaisers, опять-таки же, вот парням не повезло с сеткой. Титаны и Virtus.pro в виннерской сетке находятся в верхней части. LDLC против Dignitas в нижней части. Есть такая вот традиция, что крест-накрест падают команды, и вот в нижней части сетки, а именно в узерах, находится команда HellRaisers. И на нее падает соперник вот как раз-таки же с верхней виннерской сетки, а именно Титаны или Virtus.pro. Нашим парням придется очень непросто. Кто бы из соперников не упал, то ли будут это Титаны, то ли будет это команда Virtus.pro, но HellRaisers будет очень непросто. На самом деле парни уже в призах. Это не может не радовать, но задача команды, я уверен, максимально продвинуться по нижней сетке, ну и пробиться в суперфинал. Смогут ли сделать это наши парни? Ну, мне кажется, если верить, если тренироваться и выкладываться на максимум, все-таки мы доказали, что все команды можно обыгрывать. Никто не верил в HellRaisers против Непов, но они смогли сотворить чудо и обыграть их. Так что я не удивлюсь, если мы будем с вами наблюдать за еще одной сенсацией. Но это ближайшее будущее. А пока у нас полуфинал, а именно Титаны против Virtus.pro. В противостоянии было 3, и у нас почему-то до сих пор не начинается матч. Уже вроде бы все команды, точнее все игроки на месте, стороны определились, кто будет начинать за атаку, кто будет начинать за дефенс. Но по-прежнему нет боевого рестарта. Какие-то проблемы у французов, вылетает как раз-таки Натан Смитс. Вот не хватает у нас NBK, ну и вот, собственно, ждем его. Так, а ну загляну я еще в нижнюю сетку, что там у нас происходит. Там сегодня Фнатики обыграли команду LGB, также практически без шансов. Ну вот, если не ошибаюсь, там тоже был разгромный счет. Карту, к сожалению, не знаю, потому что не наблюдал, не находился возле компьютера и не знаю, что же там произошло. Но вот знаю, что единственное, Фнатики прошли дальше. И также уверенно двигаются по лузерской сетке.
К ним упадет проигравший пары LDLC против Dignitas. Конечно же, любой из этих соперников гораздо проще, чем вот пара вот этих участников, которые находятся в данный момент на наших с вами экранах. Так, возвращается NBK. Это уже хорошо. Это внушает какие-то нотки спокойствия, то, что мы с вами... Так, а вот что это за фигня? Panda Security решил нас потревожить и вот так вот нежданно-негаданно выбивает. Что-то произошло. Нашел какого-то верстничка и решил с ним разобраться. Так, надеюсь, нас удачно все-таки вернет в игру. Ой-ой-ой, что ж так громко? Ну, вроде бы все те же настройки. Итак, все игроки находятся на сервере. Шокс сменил никнейм на свой real name. И теперь мы ждем, по-прежнему ждем боевых рестартов. И вот как раз-таки по заказу, как только все проблемы с моим антивирусом, там, с чьими-то компьютерами были уважены, мы можем начинать смотреть за этой невероятной встречей. И я думаю, мы все от нее получим большое удовольствие. Итак, команда Virtus.pro начинает за дефенс. Смотрим, что происходит на карте. Паша контролирует мидл. Вот такая позиция у Пашка. Ну и титаны потихонечку будут подходить к бэплинту. Шокс уже в синей двери и готов выходить на А. Тем временем Смит Скрим в ангаре также пытаются зачекать хоть кого-то. У Таза вот такая позиция в мидле. Virtus.pro по традиции. Вот мы наблюдали неоднократно на финалах... 8-го сезона старт-серии за всем происходящим на карте кэш. И там было точно так же. Virtus.pro отдают аплэн, дают французам поставить бомбу и теперь будут рассчитаны выбивания. Open фраг есть, Next забирает Шокса. Таз, перестрелка с игроком, занявшим плент, но пока без минусов. Здесь и Смитс сравнивает счет по фрагам в этом матче. NBK минус Снекс. Ну и что ж, 3-3 ситуация. NBK второй минус забирает Пашу бицепса. NBK что творит? Попадает также с одной пулей прострелом белому, и Смит ставит точку в этом раунде, забрав Нео. 1-0. Титаны повели. Ошибочно у нас расположены команды, но я думаю, сейчас админы фрагбайта это быстренько поправят. Да, вот такое вот у нас произошло. Скажу вот честно, вот то, что помню, Virtus.pro тогда отдали аплэн, дали поставить бомбу, но при этом безупречно сделали выбивание, а точнее оформили выбивание и взяли пистолеточку. Сегодня этого не произошло. Титаны были куда грознее своих оппонентов. Ну и спокойненько сдержали поставленную бомбу. Шокс. Второй минус в раунде забирает Нео. Скрим. Тем временем попытка занять также центральную позицию карты. Перестрелка, скорее всего, с Тазом. Да, именно Таз сражался со Скримом. Ну и решил все-таки отойти на более безопасную позицию. У Паши бицепса под бэплентом уже слишком большое скопление игроков команды Титан. Ну и что же будут делать парни? Пойдут ли на Пашу или все-таки будут двигаться в направлении аплента? Итак, все-таки это будет Б. Паша готов остановить грозных французов. Есть у него уже информация, что именно к нему будут заходить. Но тем временем, да, забирает Крима Паша. Есть минус на Б-пленте. Падает Смитс. Знает, где находится Шок. Саш постарается сделать второй минус, но не получается. Шок все контролирует и усмирил Пашка. Сказал, воу-воу, парень, полегче. ЦЗ-чка в руках еще не гарантирует себе успеха в этом раунде. И NBK делает последний минус, забрав белого в медле. Итак, 2-0. Не, хотя нет, ну, более-менее все спокойно произошло. Два минуса от команды Virtus.pro. Титаны потеряли два девайса. Это рано или поздно скажется на их экономике. Но главное, что титаны взяли эко без особых проблем. Кто у нас будет открываться? Кто будет постоянно нагнетать обстановку медлее? Так, это будет Экзистенс. Под флешечку выходит в мидл. Не встречает никакого сопротивления от игроков команды ВП. И будет постепенно продвигаться дальше. У поляков попытка поджать бэплэнд. Снэкс. Перестрелка Шоксом. Шокс параллельно забирает Нео. Уверенно минусует Пашу бицепса. Ну и как же уверенно отыгрывает Шокс этот момент. В живых остается только Таз на пленте. Ну и Тазу ничего не остается, как постараться сделать хотя бы минус в этом раунде. Еще разок подпортить экономику французской команде. Ну и после этого уже усмирить свой пыл. Проанализировать неудачный пистолетный раунд, закупиться и в оружейном доказать, кто здесь хозяин. Все-таки, не знаю, мне кажется, кэш
вот давненько мы его с вами не видели. Если играют его команды, то очень-очень редко. Так вот, по-прежнему непонятно, какая же здесь сторона сильная. То ли атака, то ли дефенс. Но вот все последние карты, которые я смотрел, атака набирает действительно очень много. Фнатики играли, по-моему, если не ошибаюсь, против Dignitas. И там, проиграв со счетом 11-4 первую половину в атаке, Dignitas сумели дать камбэк. Свели на ничью, но проиграли уже карту на допах. Что будет происходить у нас здесь, я вообще не имею малейшего понятия. Итак, ТАЗ, по-прежнему попытка забрать хоть кого-то из французов. Ну вот, наконец-то, есть минус для ТАЗа. Забирает Митца и также был близок ко второму минусу. Мог забрать бельгийца, именно Скрима, но этого не произошло. В итоге на эко-раундах команда Virtus.pro забирает 3 девайса у команды Titan в сумме. Не очень хороший результат, но то, что были уже минусы, это хорошо. Ну и теперь будем наблюдать за оружейным раундом. Что у нас по расстановке? Снекс и Нео будут отвечать за правую часть карты, а именно за мидл и бэплэнд. А вот ТАЗ, Паша и Белый будут принимать апленд. У нас уже есть первый минус. Белый забирает НБК. НБК постарался на морозе выйти с ангара. Ну и это быстренько... Такую вот попыточку пресек игрок команды Virtus.pro. Нео второй минус в раунде. Ну вот, сумбурные атаки. Пытаются французы занимать ключевые позиции. И пока полякам удается неплохо размениваться. ТАЗ третий. Нет, это уже четвертый минус в раунде. В живых остается только Скрим. Ситуация 1-4. Скрим падает от Снекса. Ну что же, первый оружейный раунд. Пропустили мы практически все фраги. Не знаю, просто... Очень как-то сумбурно выглядела атака команды Титан, и было тяжело за ними уследить, поэтому будем сейчас попробуем с автодиректором посмотреть следующий же оружейный. Ну и потом, если он не справится с задачей выбора моментов, то будем стараться подстроиться вручную. У Смитса появляется снайперская винтовка. Такого девайса у поляков нет. Как им распорядиться Смитс, пока все спокойно контролирует аркаду от поляка в ангар. НБК спокойненько продвигается себе к синей двери, и это будет выход на апленд. Кто у нас принимает апленд? Ну, вот первый человек, вот второй. А именно Белый ТАЗ постараются остановить выход французской команды на апленд. Ну и посмотрим, как же парни справятся со своей задачей. Буквально несколько секунд остается до выхода из ангара французов. Медлит парни. Открываться будет Смит с АВП. Все аккуратненько чекает, но поляки пока не допускают никаких ошибок. Не показываются. На прицелы будут принимать только выходящих игроков французской команды. ТАЗа, по-моему, зачекали. Ну и что же, по-прежнему ступор французов под раскидку. Парни потихонечку начинают выходить. Ну и кто же будет здесь решать? Итак, первый минус от Белого. Нет, не забирает. Ну теперь надежда только на ТАЗа. ТАЗ прострелом. Минус НБК. ТАЗ, ну вот, сделал максимум, что мог. И посмотрите, рассыпались просто поляки. Один за другим, живых только Нео, и его забирает Шокс. Ну вот, не совсем уверенная стрельба от Белого, и раунд провалился. Забери Белый первого. Это однозначно был бы раунд для польской команды, но... Зажал, не попал и моментально был за это наказан. 4-1. Титан не дают закрепить успех команде Virtus.pro. Заставляют моментально тех сливать. У поляков на самом деле вот привыкли мы видеть парней вот в такой вот экономической ситуации, что они закупаются. Но слишком ранняя стадия на этой карте, и парни будут проводить экономически. Так, куда крадется Шокс? Ну вот он постарается сделать опен фраг на Б-пунте, пока... Замечает ТАЗа. Немного усмирил свой пыл и потихонечку дальше продвигается, аккуратно чекая всевозможные позиции. ТАЗ попадает по ногам Смит. Тем временем подстраховал тиммейта, забрал ТАЗа в окне. Но на Б-пунте у нас есть Пашуля. Нет, это не Паша, это был Нео. Ну и Нео сумел сделать вместе с Нексом на пару один минус. Некс постарается сделать второй, получает прострелом в голову. Ну и посмотрите, нашивает. Вот куда шьется, чтобы вы могли понимать. Это территория трубы. Паш бицепс. Второй минус в раунде. Забирает НБК, подбирает его девайс. И вот Паша постарается его засейвить. А тем временем Снекс максимально долго будет удерживать команду Титан на Б-пленте. Паша
уже в респауне. Ну вот, невероятно агрессивная попытка разыграть АКМ. Ну и посмотрим, удастся ли засейвить все-таки поляку этот девайс. С экономикой проблемы у белого. И вот как раз-таки ему нужен будет дроп. На карте, видим, никаких проблем у Паши не будет. И спокойно сейвить девайс. Ну вот что ж, первая половина уже в самом разгаре. Сыграно 6 раундов. Счет 5-1. Французы лидируют в атаке на карте кэш. И это только начало. Как же интересно, что же там дальше по мапулу. Но мне кажется, здесь не обойдется без карты Мираж. Все-таки ее излюбленно играют поляки. Наверное, это одна из самых сильных карт польской команды. Ну и что же у нас будет происходить? Итак, Смит, СВП. Попытка отстрелить поджимающего с Б-плунта. Точнее, агрессора с Б-плунта. Этот агрессор был Паша. Но вот не словил тайминг Смит, и Паша слишком далеко не пошел. Пока все аккуратно. На карте никакого экшена. Scream Existence NBK стоят под медлом, ждут всевозможных поджимов. Ну и куда же все-таки развернется атака? Нео. Есть первый минус на Б-плунте. Подвою Шокс. Моментально штрафуют французского игрока. Заполучили поляки преимущество в этом раунде. Скрим. Ну и посмотрите, что творит Скрим. В медле забирает Снекса. После этого вырубает Пашу с АВП. И уже в меньшинстве находится польская команда. По-прежнему не занят ни один из плентов французами. И им надо сыграть очень-очень аккуратно. Падает белый экзистенс. Очередной фраг от Титана в этом раунде. Ну и вот такие две позиции. Нео на Б-пленте. Тас контролирует А. Но теперь его будут зажимать просто с двух сторон. Итак, Тас, перестрелка в медле с двумя игроками французской команды. Ничем интересным не заканчивается. И все-таки пойдут на бэк Нео. Нео. Красный получает моментально прострелом пуль в голову. И Скрим спокойненько себе устанавливает бомбу на Б-пленте. А Тазу ничего не остается, как постараться засейвить девайс. Ну, и еще бы хотел обратить внимание на хелсбары команды Титан. Скрим 10 хп, Смит 28, НБК 52. Ну вот, изрядно поляки потрепали своих соперников, но, к сожалению, минуса все-таки сделать не удалось. Ну и стоит отметить просто великолепную эйм от Скрима, который в одиночку с подсадки забрал двух поляков. Одного с ВП, второго с кольта. Вот такие вот были девайсы у польских игроков. Но Скрим с АКМ спокойненько по пульке хладнокровно разобрался с одним, и после этого без шанса вырубил второго. Итак, на эко-раунде Таз открывает счет фрагом, забирает Смитса. Постараются поляки взять экономически. Что у нас происходит здесь? Паша бицепс в медле с ТЗ-шечкой. Ну вот Паша не меняет свой излюбленный девайсик и постарается здесь что-то еще придумать. Не, он на Б-пленте. Аккуратненько мансует. Есть у него информация, что заходят французы. Итак, Нео попадает по голове экзистенса, выбивает из того бомбу. Поляки могут взять этот эко-раунд, но граната предательски залетает. Нео прям под ноги белый. Минус НБК. Ситуация 2 в 2 у белого. Есть снайперская винтовка. Снекс подбирает АКМ. Есть красный Шокс на Б-пленте, который устанавливает в данный момент бомбу. И вся надежда команды Титан только на Скрима. Скрим минус Снекс. И теперь против белого. Ну, вот Скриму нельзя сейчас ошибаться. Отличная флешка. Белый пытался по таймингу стрелять, но не попадает по бельгийцу. Бельгиец не такой уже наивный игрочок, который просто на морозе будет выбегать, зная, что его оппонент, точнее, не оппонент, а тиммейт красный. Ну и теперь белому ничего не остается, как просто постараться засейвить снайперскую винтовку и доверить ее, конечно же, Паше бицепсу, который пока еще не смог себя реализовать. Смотрим на статистику. У поляков в первой половине Тас 6 фрагов. Белый 3 фрага, 3 ассиста, 6 смертей. Снекс 3 фрага. Нео 3 фрага. И Паша бицепс также 3 фрага. Просто как братья-близнецы идут поляки, но это не внушает какого-то оптимистического настроя, потому что по-прежнему в их активе всего лишь один раунд, и с этим надо что-то делать. Итак, Паша с АВП. И есть Смит с АВП. И что же, будет заход на Нео. Нео готов принимать выход на Б-плент. Смотрим, как с этим выходом будет справляться польский игрок. Первый минус от Снекса. Снекс, что сотворил Снекс? Из трубы сделал 3 минуса французских игроков. И теперь ситуация 2 в 4. Ну, смотрите, по-прежнему продолжают бороться французы. Шок забирает белого Снекс. Четвертый минус в раунде. В живых остается только все тот же Шок, который... Итак, будет ли эйс? Это эйс от Снекса. Через мидл. Снекс занял трубу. Зашел туда. Как только Нео сказал, что будут заходить на Б, Нео пропустил всех
в эту секретную комнатку. И там уже просто спокойненько разбирался со всеми Snacks. Эйс от поляка, и команда Virtus.pro берет второй раунд в защите. Ну, пока очень слабенький результат, но, надеюсь, это только начало. И полякам будет по силам взять, ну, я не знаю, хотя бы раундов 5-6 за дефенс. Ну и уже в атаке показать весь свой потенциал. На что же парни рассчитывают? На кэше все-таки? Интересно все-таки, чей это был выбор? Так, матч ставится у нас на паузу. Что-то произошло. Наверное, опять-таки же, какие-то проблемы у французов. В НБК $800. И, скорее всего, именно он возвращался на сервер, да. НБК дропнуло. Должны мы были поставить старт мани, но этого не произошло. Натан уже на сервере, но всего лишь в его активе $800. И этого недостаточно, дабы продолжить эту встречу. Так, а я быстренько залечу на HLTV.org. Там, скорее всего, уже есть окончательный мапу этого противостояния. Итак, первая карта кэш, вторая будет Dust 2, и третья, если понадобится, будет Inferno. Очень странно, что нет карты Мираж. Скорее всего, ее вычеркнули титаны. Не хотят они играть с поляками. Понимают, что поляки на Мираже крайне опасны, и сражаться с ними на их территории просто не имеет смысла. Так что вычеркнули, скорее всего, карту Мираж именно французы. Поляки распрощались, скорее всего, с картой Нюк. Ну и кто-то еще черкнул Трейн. И вот у нас остался кэш, Dust 2 и Инферно. Если, конечно же, оно нам понадобится. Так, ну что же, у Натана есть 7300. По стартмане все окей. И теперь можно продолжать эту встречу. Натан. Let's go. Так, вот у нас почему-то не прорисовывается чат, но зато он есть в консоли. Thank you very much. Yes, sir. Yeah. Ready, unpause, unpause. Все, команды готовы, и мы также готовы продолжать наблюдать за этой встречей титанов. На самом деле, титаны в кавычках, потому что, действительно, в рамках CSGO эти две команды действительно титаны. Как Virtus.pro, просто невероятно мощные и жесткие парни, которые сейчас являются, наверное, фаворитами во всех турнирах, как онлайн, так и ванах. Также и французы являются фаворитами, но что-то в последнее время подсдали. И не могут никак закрепить свой статус команды фаворита, действительно. Так, ну что же, у поляков появляются две снайперские винтовки. Нео и Паша. Вот такие вот парни постараются отстреливать французов при попытках заходить на какие-либо из пунктов. Снэкс получил где-то парочку патронов в тушку, ну и потерял 66% здоровья. Не спешат французы заходить куда-либо в этом раунде. Экзистенс получает флешку в ответ. Пытался Экзистенс выходить в мидл, ну и у Смитса все-таки это получилось. Так, ну вот ждет в трубе Снэкса, но Снэкса здесь нет. НБК тем временем подловил Пашу. Нео, попытка агрессивно сыграть на Б-пунте. Смит, второй минус, падает Снэкс. У поляков проблемы в этом раунде. Что же придумает Таз? Ну вот Таз ловит отличный тайминг, натопал при этом. Забрал Экзистенса, но НБК моментально разменивает свой тиммейта. И у нас 2 в 3. Занят Апленд командой Титан. И... А нет, посмотрите, у белого была бомба. И Смитс вот как раз-таки этим минусом забирает бомбу. На все про все остается 15 секунд. Нео не попадает в притык с АВП. Или попадает, но в ногу НБКю. И это 8-й раунд для команды Титан. Что произошло? Оставалось 13 секунд. Смитс с бомбой в руках бежал на Б-плент и боялся ее... Точнее, боялся того, что не успеет ее установить. Но минус от НБК поставил все точки над «и», и раунд упал в копилку команды Титан. У поляков тяжелые времена в экономическом плане. Только у Паши есть снайперская винтовка. Все остальные с пистолетами. П-250 у Снэкса, Тасс с 5-7, Нео, Дигл и Белый уже погибает в этом раунде. Нео, минус Шокс. Какие-то проваги начинаются у нас. Что это такое? По-прежнему у Паши есть АВП. Паша выходит в мидл. Французы уже прошли эту позицию. И вот теперь надежда только на Таза. Таз
Уверенным хэдшотом забирает NBK. Паша не попадает с АВП. Уже два выстрела сделал грозный польский снайпер. У него есть АКМ. И теперь в ситуации 3-3. Virtus.pro постараются выбить французов с аппунта. Вот только сейчас у нас устанавливается бомба. И что же будет делать Нео? Нео пытается на ошибках подловить. Ну вот Снэкс, скорее всего, умрет сейчас от смеется. По-прежнему у нас какие-то проблемы с коннектом. На самом деле, в это же время вчера что-то не так было с нашим провайдером. Не знаю, на этот раз по-прежнему лагает наш... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, провак и три минуса от команды Virtus.pro. Снэк забирает Смитса, Нео минус Крим. Ну и с последним французом также разобрались. 8-3, Virtus.pro берут один, точнее, первый экономический с одним АВП в арсенале. Напомню, было, но Паша особо минусов и не сделал. По-прежнему у Паши три фрага. Но вот это не тот Паша, за которым мы привыкли наблюдать, по крайней мере, на карте кэш. Так, намечается, по-моему, какой-то агрессивный врыв в ангар. Белый. Неплохо попадает по экзистенсу. Ой-ой-ой, вот это провал. Белый своей же гранатой взрывает себя. Пашу быстренько нейтрализировали. Здесь уже быстро на помощь приходит Таза и также умирает. Нео и Снэкс постараются исправить вот такие вот проблемные моменты для польской команды. Граната от Нео взрывает Смитса. 2 в 2. Есть Нео, у которого просто невероятное количество хп. Итак, Нео 1 против 2х. Снэкс погибает. Бомба валяется. И теперь все зависит только от Нео. Нео забирает НБК. При этом остается по-прежнему практически сотый. Но Скрим. Безупречный хедшот с АКМа. 9-й раунд для команды Титан. Не дают Виртусам взять 2 раунда подряд. Но вот с экономикой невероятные проблемы у команды Virtus.pro. И опять-таки же будут играть экономически. Все так же, с одним АВП и теперь Нео. Как разыграет этот респаунд? Ну, это будет отстрел быстро занимающего бэплэнд французского игрока. В этой роли у нас выступает обычно Шокс. Ну и как же с ним справиться? Нео, есть первый минус. Открывается поляк на бэплэнде. Паша поддержал. В медле забирает Смитса. Постарается сделать еще один минус. Но гранаты французов не дают шансов на второй минус для польского игрока. Итак, Нео уже в медле с АВП. Умирает белый. На А. Также падает Таз. Снэкс подбирает девайс падшего Шокса. Ну и теперь, опять-таки же, 2 в 3 ситуация. Снэкс. Минус экзистенс. Уже 2 в 2. Бомба постарается быть установлены на апленте. Снэкс будет заходить в спину, но а Нео будет ловить на ошибках французов. Вот вопрос в чем. Ошибутся ли французы? Итак, скрин. Ай-яй-яй! Ну вот Скрим ошибается, но Нео не попадает в АВП, и опять-таки же моментально Скрим исправляет такую ошибку. Снэкс остается один на один вместе с Натаном. Натан за плентом. Ну вот теперь позиция точно ясна. Снэкс, ну как же дым NBK просто напортачил для поляка, и NBK не дает еще и при этом засейвить АВП Снэксу. Спокойненько уходит и берет 10-й раунд для команды Титан. 10-3. Первая половина провалена командой Virtus.pro. И теперь придется попахать во второй. Может быть, смогут парни взять пистолетный раунд и начать какой-то невероятный камбэк. Удастся ли это команде Virtus.pro? Ну, мы узнаем с вами буквально через 2 раунда. Но это еще не конец. Может быть, 5 возьмут поляки. Паша быстренько занимает мидл, вырубает Скрима на посадке. Нео поддержал, забрал Шокса на Б. Два игрока преимущества у поляка в этом раунде. И постараются взять четвертый в первой половине. Так, что у нас там по позициям? Белый с пистолетом на пленте. Ну, в принципе, 5-7 на ближнем расстоянии без особых проблем должен забирать игрока с тяжелым армором. Так, ну вот немного выровняли французы ситуацию. Смит забрал Нео на Б-пунте. Белый вместе с Пашей забирает NBK и экзистенса в живых только Смитс, который сделал минус на Б, и об этом знают поляки. Граната под ноги, все четко понимают польские игроки, где же именно находятся последние французы. Так, Смитс, какой выстрел с АКМ. Одна пуля и один головошот. Падает Паша, 1 в 3. Уже сделал 2 минуса Смитс в этом раунде и постарается оформить эйс, что позволит взять Титаном 11-й раунд в атаке. Но слишком сильные парни против него. И так, Таз готов сделать решающий минус в этом раунде.
и уверенно забирает Смитса. 11, нет, не 11, 10-4, и нас с вами ожидает последний раунд первой половины. 4 за дефенс, это уже хорошо. Напомню, точно так же было с Фнатиками и командой Dignitas. 11-4, 11-4. Доминирующая сторона атаки. То есть все-таки кэш более сбалансирован для стороны атаки. Очень тяжело перетягиваться, например, с Апвента. Бежать на Б на ХВП — это просто невероятно далеко. По времени занимает очень-очень много. Итак, Паша, посмотрите, как сыграл поляк. Тем временем выход на план. Паша быстро будет заходить в спину, но этого уже не понадобится. Спокойно белые и таз остановили выход команды Титан на апленд. И Паша даже не понадобился. Но, если что, поляк был готов моментально закрыть французов в спину и взять пятый раунд для команды Virtus.pro. 10-5. На самом деле, очень даже неплохой счет для поляков. И теперь надо взять пистолетный раунд в атаке и начать свой могучий камбэк. Все мы знаем, как поляки могут тащить. Буквально на днях играли против команды NIP. Проигрывали со счетом 13-4 на карте Season. И сумели свести этот матч на ничью. То есть в волевых качествах команды Virtus.pro, я думаю, уже никто не сомневается. Итак, будет выход у нас в мидл или все-таки не будет? Снексу, какая предательская граната залетает по таймингу. Паша постарается зайти через окно на Б. Таз уже врывается на бэплэнд. По-прежнему нет у нас минусов. Бэплэнд отдается командой Титан. Паша бицепс. Есть, наконец-то, первый минус от поляков. Забирает скрима. Выравнивает ситуацию в этом раунде. Паша замечает еще НБК в медле. Постарается с ним перестреляться. Но Натан с ковбойскими просто не оставляет шансов. Итак, выбивание от французов. Белый на бэплэнде. Окружают его французы просто со всех сторон. И есть последний минус. Нет, это не последний. Последний падает Нео. И Титаны берут пистолетку. Вторую пистолетку на карте кэш. Очень тяжело играть, когда проигрываешь пистолетные раунды. Ну вот, плохие новости для поляков. Теперь будет им непросто начать свой камбэк. Для этого надо брать экономический. Взяв пистолетный раунд, Титаны гарантировали себе 13 раундов минимум. Ну, конечно же, если сейчас не допустят ошибок или поляки просто жестко не пропрутся. Но, надеюсь, этого... Хотя, нет, почему? Я за интригу в матче, и по-прежнему она здесь еще жива. Итак, поляки закупаются, но это не фулбай. Была поставлена бомба, поляки покупают... Мега-мощные пистолеты, Паша в медле. Ну вот, действительно жестко дергает скрима. Тем временем Шок спалится. Должен его постраховывать Экзистенс. Итак, Экзистенс забирает двоих поляков. А именно тазы белые падают от рук. Но! Посмотрите, что творит Нео. Просто на морозе пробежал на БПН. Поставил бомбу, забрал Смитса. И задача минимум для Virtus.pro выполнен. Два раунда, а именно пистолетный и экономический. Была установлена бомба, что позволит полякам закупиться в третьем и спокойно начать свой камбэк. Ну вот, на самом деле, очень много зависит сейчас. Что же будет происходить дальше именно от этого раунда? Если Virtus.pro берут сейчас свой волевой бай, ломают экономику французов, заставляют тех же в следующем раунде сливать и начинают тащить. Все мы знаем, как умеют это делать поляки. Так что давайте просто наблюдать, что же здесь будет происходить. Итак, по карте поляки растягиваются довольно-таки сумбурно. Хотя нет, подсадка в медле. Скорее всего, будут подсаживать таза. Ага, таза и Снекса. Вот такая вот парочка будет сейчас вылетать и пытаться отстрелить кого-то из французов в медле. У французов здесь абсолютная чистота. Но в трубе. Ой-ой-ой, Паша, есть первый минус. Забирает скрима. Смитс разменял, но Паша сделает второй фраг в этом раунде. И продолжает нереально агрессировать на Б-пунте. И только Экзистенсу удается остановить невероятно мощного поляка. Белый тем временем вышел на плент, и НБК подловил своего оппонента. Притягивается вот в такую вот позицию. И теперь большие проблемы у Virtus.pro. Шокс минус Некс. Нео разменял, но при этом остался красным. Один против двоих. Итак, Нео сможет ли сделать хотя бы минус? Нет, не удается сделать это Нео. 13-5. Титаны все-таки хотят закончить эту карту очень быстро. И ознаменовать разгром на кэше. Да, такое тоже может быть. Напомню, следующие карты, на которых будут играть команды, это Dust2. Если
Хотя рано еще говорить о том, что проиграли поляки эту карту. Но если все так и закончится, а именно победа титанов на кэше, то вот второй даст. Надо брать полякам и сводить все на инферно. Смогут ли это сделать поляки? Я думаю, смогут. Итак, выход на апленд под невероятную раскидку. NBK, open frag, забирает таза. Тем временем Нео постарается сделать минус и падает просто в линию. Скрим забирает с Некса. Паша один против... Ой-ой-ой! Посмотрите, красный скрим, NBK, Смитс и Шокс упали. И были неплохие шансы Virtus.pro взять этот раунд. Но если бы Паша был не один. Выдавил максимум по Шок, но это не то, что хотели Virtus.pro. Итак, наверное, один из последних раундов для команды Virtus.pro, в которых парни постараются начать свой камбэк. Но посмотрите, что творит Скрим. Врыв в ангар под флешку, забирает белого и таким же уверенным хэдшотом забирает Снекса. Уже ситуация 3 в 5, таз под дверью. Постарается исправить сложившуюся ситуацию, но здесь слишком плотно обороняются французы и все контролируют. Смитс за тачкой контролирует выход из двери. NBK спокойненько себе чекает ангар. Ну и что же будут делать поляки? Паша пытается зачекать мидл. И это у него получается. Открывается по экзистенсу. Немного выравнивает положение в этом раунде. 3 в 4 уже веселее. Ну и теперь надо ловить Натана на ошибках. Нет, Смитс. Ну вот, конечно, тяжело зайти в ангар, когда вот такой вот дымок лежит. Это смертельный приговор. Просто выход из дыма. Это понимают поляки и меняют место дислокации. Будут занимать мидл. Паша и Нео уже заполучили под контроль вот такую вот стратегически важную позицию и будут выходить на Б. Что на Б у нас происходит? Шокс вот в такой вот позиции, где у нас находится скрим. Ну, вот так вот. В глубоком дифенсе находятся французы. Два игрока на апленте и два на Б. Итак, скрим сделал уже два минуса в этом раунде. Постарается еще испортить настроение полякам. Падает, но по-прежнему есть Шокс, о котором нет никакой информации. Шокс неуверенно забирает Пашу, но постарается делать второй минус, забирает таза. И есть третий минус от Шокса. 15-5, 10 матч-поинтов для команды Титан в первом матче на карте кэш. Постараются сразу же реализовать первый матч-поинт. Появляется снайперская винтовка у Смитса. Впервые за сторону дефенса покупается АВП. Но это неспроста. Действительно понимают, что сейчас у поляков будут, скорее всего, только АКМ и снайпер как никогда уместен. Так, Снекс уже на подсадке, но хэдшот от Смитса с АВП вырубает поляка. Выводит свою команду в численное преимущество. Второй минус от Смитса, падает Паша бицепс. Но опять-таки же, провальное начало для поляков. Два минуса, никакого размена. Шок забирает Нео. Ну и таз также падает от Смитса. Смитс с АВП безупречно отыграл этот раунд. Три минуса в его исполнении, и теперь все только в руках белого. Смитс не попадает в АВП, мажет дважды. Белый, какие два минуса! Ну и что ж, белый борется до последнего, но скрим не прощает. Поляка моментально забирает того после двух сделанных минусов. 16-5. Разгром на карте кэш. Следующая будет инферно. Ну а у нас небольшая рекламная пауза, и после нее я вернусь к вам. Далеко не разбегайтесь.